have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Итак, расскажи нам, котяра, где мы сегодня? Как называется место? Сегодня мы в Pit Aside. Точно. Это наподобие World Eraser, только ты не превращаешься в котов или собак. Если вы помните, да, у нас так, Galaxy или iPhone. Спасибо, я на Nokia сижу, так что я не пойду. Не, ну iPhone можно будет хорошо продать. Ну, блин, просто Galaxy это вообще не в принципе, эти Samsung никчемные телефоны. И iPhone это тоже никчемные телефоны. Поэтому, пожалуй, если уже выбирать что-то на Android, то я бы, пожалуй, сказал бы OnePlus, ну или тот же самый Nokia. Хотя, ну не знаю. Я оказался у iPhone. Fight. Чё иди, за Galaxy? Убей всех. Угадай, кто первым умрет. А почему чувак стреляет из арбалета? Не из арбалета, он присосками. Что? Ну да, вот такая вот деталь. Да. Да, ребят, если кто помнит, реально, у нас были несколько видюшек по Would You Rather. Было довольно интересно, поэтому мы подумали, что было бы неплохо зайти еще и в такое вот местечко. И тут довольно интересно обещают нам, ну, то есть тут еще приходится отстаивать свои интересы, как говорится, отвечать за слова. Раньше ты просто выбирал, наслаждался какими-то легкими бонусами, а здесь прям приходится драться. Это каждый раунд приходится драться? Да. Так, использовать чит-коды, чтобы пройти сложные левелы, или тратить часы для того, чтобы... знаете? Тратить часы. Тратить часы или чит-коды. Ладно, давайте часы. Но тут есть небольшая оговорочка. Есть некоторые моменты, когда... Если игра прям хорошая, и у тебя есть эти самые часы, то, конечно, их лучше бы потратить и стать лучше в этой игре. А иногда бывает, что... Читеры! Фу, бей! Что... Ой, у меня стрельба... Почему у меня стрельба? Это же чит. Мне предлагают использовать читы, когда я честный игрок. Бей его! Они заслуживают смерти! Короче, если в общем, то я за честную игру. Но бывают иногда случаи, когда игра просто не стоит того, чтобы в ней тратить столько времени, или когда у тебя просто не остается другого выхода. Эти случаи очень маленькие, очень редкие, но так уж получается, они бывают. А откуда у тебя сразу пушка рейлгановая? Она же... Я не знаю, мне просто выдали. Ну-ка, тыкни на топор, а там у тебя пушки, которые у тебя должны быть. Тут тогда вы Карибы или на Тихом океане, или на Карибах. Я ни там не был. Но, честно говоря, я бы, наверное, выбрал бы вот это. Потому что, наверное, океанский лайнер мне больше по вкусу, чем тропические острова. Будем исходить из этого. А я буду кушать кокосы. То, извините. Это препятствие, чтобы вы могли убежать. Ты убил Уву, как ты мог? Я тебя замочу. Тебя замочили. Поздравляю. Не хочу. Нада Мохаммед? Ты убил Нада Мохаммеда? Она со мной рядом стоит. Не обращай внимания. Просто чувак в розовом костюме. Что? Say what? Так. Мы всех убили. Интересно, какие у тебя пушки? Я вроде вначале должна быть... Да. Дышка в том, что у меня 7-й уровень. Что? Ты раньше играл в эту игру? Оказывается, да, видите, я вам постоянно говорю, что мир Roblox огромен и бесконечен. И зайдя сейчас, задавшись вопросом, откуда у меня такое оружие, оказывается, что у меня уже 7-й уровень. А значит, я когда-то в это играл. Но поскольку я играю в Roblox уже не знаю сколько лет, 5, наверное, день в пустыне, или на Северном полюсе, конечно же. Будет гораздо, ну, гораздо, хотя гораздо проще, имея подходящую одежду. Наверное, если дадут подготовиться. Вопросы такие немножечко с подвохом всегда. Так вот, оказывается, что, наверное, да, я когда-то
в это играл. Когда-то я, оказывается, здесь набирал какой-то ранг. Ты же знаешь, что ты можешь в любой момент перестать стрелять и начать мутузить людей скалкой? Мне, в принципе, норм. Меня превратили на украинские пиксели. Было бы неплохо попадать, но я был бы совсем не против. До свидания. Мы остались один на один. А мне как-то на упреждение стрелять? Нет, у тебя рейнджа не хватает. В смысле рейнджа не хватает? Что за прыжки, блин? Давай стреляй по нему, попадай. Я не верю, что у меня рейнджа не хватает. Сейчас файт закончится, блин. Он что, меня убил, что ли? Офигеть. Я немножко не понял, как это происходит, потому что... Офигеть, у тебя галактическая винтовка. Галактическая. А чем мне, на 1-2 менять? В общем-то, топор видишь слева? А, мне просто нужно переключиться? Да. И там листай, какие пушки ты хочешь. У меня 510. Блин, я пропускаю вопрос. Что-то крутое открытие и распространить это. Что-то злое предотвратить. Наверное, что-то злое предотвратить, поскольку мы таким образом сможем совершить некое добро, предотвращая что-то плохое. Я думаю, что это неплохой способ. Да. А? А, понятно. Эгоисты. Они хотят открыть секрет кушанье хот-догов. Я двоих уже убил. Два зла я уже предотвратил. А я только одно зло предотвратил. Бей, бей. А, меня убили. Но я убил еще троих. Я убил троих. Неплохо. Не, знаешь, эта винтовка мне в принципе нравится. Давай я посмотрю, что еще можно прихватить себе. За 650 можно бластер. А когда мне деньги зачислят? А, вот, 20 баксов. Хорошо. Вот у меня галактический, он фиолетовый. Он, кстати, дорогой. 750 стоит. Тогда, может, мне не надо что-то за 650? Вот лазер за 750. Не, я, наверное, побуду пока что своей стрелялкой, потому что она с... Что? Триплет. Что это вообще означает? Быть тройняшкой или иметь тройняшек? Не, к черту, я не хочу. Братья и сестры это зло. И мне проще воспитать тройняшек, чем бы иметь брата и сестру или два брата такие же, как я. Ну его нафиг. Я себя знаю, еще двоих меня земля не вынесет. Бей их! Если они тройняшки, почему их четверо? Они четверняшки. Я забью ее до смерти. То есть это, да. Минус. Бей молоток. Чувака с молотком. Бей чувака с молотком. Оно прыгает, оно Халк. О, я попал. Это ты меня убил, чувак. Ты меня попал, и ты меня убил. Нет. Тебе тут, не кажется... тут же нету Friendly Fire. Нету. Тебе не кажется, потому что этот чувак с молотком слишком хорошо играет? То есть у него имбовое оружие. Согласен. Он еще и хорошо уворачивается. Ай! Видишь? О, я попал. Вы опять один на один. Ну, блин, он меня ваншотнет. Нет, у меня... Да. Я по нему попал два раза, но у него гораздо больше жизни, чем у остальных. То есть остальных я убиваю с 2-3 раз. А, все говорят, все, кто синие, это все родители. Ахаха. Смешно, смешно. Смешно, смешно. Итак, нам предлагают, чтобы какая-то песня застряла у тебя в голове до конца жизни. Или чтобы смотреть My Little Pony 24 часа подряд. Спасибо. Просто. Я понимаю, что говорят, что My Little Pony делается для там мужиков в возрасте от... 40 лет. От 40 лет и старше там, да.
Я тебя забью своей катаной. Я переварю тебя своими органами. Черт. Блин, ты чего так хорошо стреляешь? Это недопустимо. Я на самом деле офигеть, как плохо стреляю. Я знаю, я это слышал. Это портье, я еще с коридора учил твой запах. Я тут понял, что вообще вся моя команда была девушками. Это команда Карен. Давай, бей ее, бей. Молодец. Еще два удара. Я их всех зажарил. У меня оставалось жизни просто сопелька там такая. What the heck? Чувак what? Такой. Или what the hell? А, да, как вариант. Ха-ха-ха. Так, предлагайте нам вопрос. Вот, мне интересно посмотреть. Называют. Да на здоровье. Так, I never again play console and portable device game. Never again play a game on your computer. Сравнили консольный гейминг и компьютерный гейминг. Думаю, вы знаете, что мы выберем. Не, ну тут на самом деле очень легко. Не, я не говорю, что все портативные консоли плохи, но мир портативных консолей и мир ПК-гейминга, ну это совершенно разные вещи. Ну попробуем мы Steam Deck. Блин. Бей чувака с молотком. Я уже понял. Чувак, оправдывается, у меня компа нет. Да хорош прыгать, блин, макака! Он тебя убил. Нет, он просто уваншотает, это нечестно как-то. Давай посмотрим, сколько его молоток стоит. Давай, мне кажется, там... Упс. Ну да, он просто прилетает и все, и хана. Я не знаю, ты нам сейчас будешь 25 страниц листать, по-моему, пока ты найдешь его молоток. 2800. А суперпрыжки даются вместе с молотком? Наверное. Или он чистит? Нет, ну вряд ли. Просто у него не только супер прыжки. Компьютер next level, да, согласен. У него не только супер прыжки, у него еще и хпшки дофигища, потому что по нему стрелять. Поступить в Йель или поступить в Харвард? Разве Йель это не один из самых лучших? Так же и Гарвард. Ну хорошо, пойдем. Я без понятия, честно. Есть вопросы, на которые ты просто отвечаешь по рандому, и все. Я думаю насчет того, чтобы дать свои деньги на свой собственный вопрос. А барьеры получаются рандомные, или когда команда слишком... Рандомные. Бей его! Бей елевца, да? А бей где? Лягушатника! Вон, она убегает. И она такая в своем колледже есть, играет на телефоне. Куда она попрыгала? Не бойся, я ее убью. Так а где? А, вон. Хорошо. Ты как раз ее убил, реально киченый зуб убил. Не ешьте кетчуп с майонезом, это убивает. Эй, двуликий. Где двуликий? У него Plants vs. Zombies и два лица. Так, что нам предложат? Кофе или чай? Тоже легкий вопрос. На самом деле, нет, я не хочу этим сказать, что чай плох. Просто я вот на вот эту штуку потел уже очень давно. И это сейчас не я делаю выбор. Это кофе внутри меня нажимает кнопки. Нет. Бейте британцев, бейте британцев. Знаешь, в чем прикол? Если Великобритания... Они разве не великобританцы? Ох, черт. Убил. Убил ты. Меня кто-то бьет. Молоток. Надо соблюдать дистанцию. Ну, типа, я по нему попал разочек, два разочка.
Три разочка. У него жизни просто чудовищное количество. Давай, ты это сделаешь. Ты сможешь. Он не может противостоять дальнему оружию. Ты близко к нему, не подходи сильно. Держи среднюю дистанцию. Зачем ты бежишь? Я дистанцию держу. Ты так время закончилось. Тай, он вытащил против шестерых человек против него, при том, что я в него три раза точно попал, может быть, четвертый раз тоже попал. Да, чувачок явно OP. KSI? Че это такое KSI, интересно? Надо будет посмотреть, что это за уши. Может, с какого-то ивента. Где какие уши? Ну, у чувака наушники KSI. Ладно, зарабатывать 1 миллион баксов в год, работая на полной работе, заработать 250 и не делая работы, тоже очень легко. Потому что прожить в либо какой стране 250 баксов в год, 250 тысяч баксов, естественно, это вот вообще нефиг делать. Я просто сделал математику, это все гораздо... Это окупится, все. Риск был скалькулирован, но черт побери, как же я плох в математике, да? Твое старое, я тебя поблагодарить за такое. Есть, убил. Бей, молоток! Есть, попал. Надо его бить только когда... На приземление. Да. Бей его! Да! Есть, молодец. Мы убили его. Красавчик. А, что-то еще кто-то остался. Надо, свидание. А, ты его убил, молодец. Вообще красавчик. Синие побеждают. Езы. Пойдем поинтересуемся еще. Что? А почему она там? Как она там? Еще и танцует. Матанами. Ладно. Итак. Жить без друзей или жить без электроники? Тоже очень легко. Запросто. Мне, как человеку без друзей, выбирать жить без друзей, ну, как бы это и так моя жизнь. Спасибо. Так что все хорошо. Вот. А без электроники? Нет, ну, если ты не знаешь, что такое электроника, то без нее нормально. Но когда ты уже попробовал это, когда ты уже ощутил вкус, то все, назад пути нету. Наркотики. Ёмы, давай. Ты там это вообще вот нормально? Ты сколько, три человека уже завалил? Блин, мне что, реально этого рейнджа не хватает? Меня развалили. Я развалился просто, в прямом смысле. Чувак, не можешь противостоять тебе, прикинь? Есть! Она его убила. Фу, я в него пару раз попал, ну, один или два раза попал, и она его добила. Хорошо. Что-то как-то более-менее мы стали его валить. Теперь вопрос в другом. Почему он каждый раз оказывается в противоположной стороне от нас? Я думаю, что он просто хочет много килов. Нет, ну он же не может угадать, пишет, что люди... Чувак такой пишет, что друзья такие важные. Носить эту летнюю одежду зимой или зимнюю одежду летом? Не, ну тут уже... Да я ладно, вот нормально. Существуют дезодоранты, антиперспиранты, так что ладно. А вот так замерзнешь. Хотя многие так и ходят, без шапок, с подстрельными штанами, в коротких носках. Фу. О, молоток с нами, что ли, да. А, он использует только оверпауэр и пушки. У него что-то еще сейчас? Да, это короче, штука, которая после каждого удара берет и вот так вот прикрепляет чувака. Ну ладно, я двоих убил. А я вообще никого не убил, я крутой. Меня не троньте. О, у нас тут шериф. В крутых квадратных очках. Нет, это не шериф, прямоугольник. Это Purple Guy. Ты че? Посмотри на его значок. У него есть рация. На
лору. Так, самому исполнять музыку в группе. Зная, как это работать с людьми, зная, как часто люди начинают лажать. Не, спасибо. Лучше вот так. Мне нравится, что они затеняют середину, и ты не видишь, кто куда пошел, где какая... Ох ты ж, блин. Random weapon, серьезно. А, у меня меч-единорог. Покажу тебе, какой единорог такой. Блин. Я полетел! А, меня убили. Ну, я убил там кого-то. Неплохо, кстати. Рандомайзер было интересно посмотреть. Вот мяут. Присаживайся, иди сюда. Поехали. Потому что я думаю, ребятушки, на этом мы будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Пишите, как вам эта игра и хотели бы вы увидеть что-то подобное дальше. Пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем хорошего. И всем пока. Всем покеда.